Всем мурмяу, мои котятки, с вами Флаффи Китти, и мы с вами продолжаем прохождение игры «Принцесса Изабелла. Путь наследницы». Это третье видео по данной игре, и давайте посмотрим, куда приведет нас этот путь играть. Итак, как мы помним с вами из последнего видео, то есть второго видео по данной игре, мы с вами уже освободили одну фею крестную, которая дала нам такую способность, как рост. И мы с вами спасли вот таких вот малышей, точнее даже сказать спасаем, даруя им рост. Остановились мы на этой локации. Много локаций мы уже с вами прошли. Аид переправляет нас через реку Лету к локации замок ведьмы. Мы с вами вообще находимся на земле, в лесу. Вот, и поэтому давайте приключения продолжать здесь. Корабль подсвечивается. Нам подсказывает, что у корабля нет парусов. Интересно, получится ли заменить их чем-то еще? У меня был вариант заменить их листиками, потому что три мачты, три листика. Да, посмотрите, у нас прикрепились листики. Теперь осталось только как-то увеличить листья. Ага, вот здесь нам уже поможет фея, которая вырастет нам эти листики. Так, отлично. И куда? О, этот корабль открыл какой-то проход. Так, не поняла. Термита совсем объели это дерево. Так, я не понимаю, что происходит. В этой клетке заперта еще одна фея крестная. А, это место. Клетка висит на суку этого старого дерева. Слушайте, это место, где держит вторую фею крестную. Мы ее с вами должны будем освободить. Но у нас пока что только всего лишь 4 фрагмента, и как бы освобождать-то у нас с вами, собственно говоря, нечем. С помощью вот таких вот фрагментов мы помогаем как бы силу обрести феям. Так, здесь у нас подсвечивается дерево, да, волшебная палочка показывается. Ну-ка. И что? Я обрела силу термитов. Дальше что? Может, вот это дерево надо съесть? Чтобы термиты погрызли. Да, да, котятки. На ее душе также лежит проклятие. Я должна ее спасти. Еще одна рама для волшебного портрета. О, у нас с вами выпал камертон. В инвентарь добавлен... А я знаю, кстати, куда применить камертон. Вот сюда. Ой, посмотрите, здесь еще один корешок мандрагоры. Отлично. Мандрагора дала нам еще один фрагмент портрета. Супер. Я думаю, камертон надо сюда применить. Знаете почему? Потому что эти каменные головы поют не в лад. Нужно наладить их пение. Повторяйте последовательность, которую задают поющие головы. Если вы допустите ошибку, вся последовательность начнется снова. Ага. Нам головы будут подсказывать, куда нажимать. Окей. Так. Угу. Интересно, все головы будут петь или нет? Я не правильно что-то сделала? А, нет, наоборот. Нет, видите, не все. Я думала, все-все-все головы должны будут петь. Нет. Только некоторые из них. Отлично, дверь открылась. Пойдемте. Твоя магия сильна, моя дорогая. А как же иначе, ведь ты дочь великой принцессы Изабеллы? Но она сильна недостаточно. Волшебная палочка фея – ничто по сравнению с моим могуществом. Твоя мать ждет тебя на вершине этой башни. Почему бы тебе не присоединиться к нам? Все это королевство может стать твоим, Белл.
Только представь себе богатство, власть. Присоединяйся, и ты сможешь быть семьей и править королевством вместе со мной. Я вижу это в твоих глазах, Белла. Ту же жажду могущества. Возьми мою руку, и я проведу тебя к величию. Так, котятки, дайте-ка собраться с мыслями. Во-первых, меня возмущает то, что ведьма не побоялась, не постеснялась, набралась смелости и храбрости явиться перед Беллой, а во-вторых, начала ей что-то сулить и предлагать. Так, ну давайте вообще начнем с того, что Белле все это принадлежит по праву ее рода, по праву того, что она наследницы, то есть у нее есть уже и слава, и богатство, и могущество, но, конечно, да, вот эта злая, коварная ведьма всего этого Беллу лишила, также лишила ее родных, то есть отца, матери. Ну, блин, ё-моё, я не знаю, как это можно предлагать принцессе, у которой, по сути, по праву ее рождения уже все это есть. Так, и что нам нужно сделать? Тут ростки, тут какие-то заросли. А что мы... А что нужно сделать-то? Там дракон летает. С ведьмой, что ли, поговорить? То есть мы должны согласиться на ее предложение? А если я не хочу? Нет такого варианта? Ну ладно, поговорим. Белла, стой! Это ловушка! Прочь, жалкая фея! Немножко непонятен этот ход. Задумка разработчиков в игре. Нас лишили феи. Фея! Ее больше нет! Белла, я... Мне так жаль. Мы должны продолжить путь и не дать ведьме нанести еще больше вреда. Я вижу, она сломала твою волшебную палочку. Не волнуйся, мы сделаем для тебя новую. Я пойду с тобой дальше и буду помогать тебе. Начнем с того, что попробуем вернуть душу феи крестной, которая держит в пещере за водопадом. Так, да, мы попробуем вернуть душу феи крестной, которая держит за водопадом, но что-то вообще и палочку у нас забрали, и феи у нас лишили. Ладно, спасибо Филину, который с нами, да, до сих пор. Но дракончику, который он там наверху летает. Кстати, почему ведьма не имеет ничего против дракончика? Очень странно. Наверное, боится, что она его спалит своим огнем. Так, что я вижу здесь? У нас активные ростки мандрагоры. Портрет нам дали. Точнее, фрагмент. Еще один фрагмент. Так, сцена с поиском предметов. И перемещайте каменные блоки вправо и влево или вверх и вниз, чтобы вытащить засовы в центре. То есть я в любую сторону их могу вытащить. Но сюда я уже не вытащу, видите, здесь длинная палочка, так что я могу ее вытащить только сюда. Я тоже не могу, да? А верхнюю вот туда я могу? Ой, и эту, что ли, сюда нужно будет каким-то образом сдвинуть? Мне вот это вот не дает, да?
что все на эту сторону нужно будет сдвинуть? Вот этот поворот. Куда я не могу сдвинуть? Хотя, может быть, вот сюда. Теперь вот эту как-то палочку мне нужно отодвинуть. Вот и все. Слушайте, круто. Могу пройти в центр. Здесь я ничего не могу сделать. Лианы не дают мне пройти. Надо как-то избавиться от них. И сцена с поиском предметов. Давайте сцену с поиском предметов заглянем. Так, что мы здесь ищем? Игральную кость, медальон, розу, три костяшки домино, веер, флаг, карту, волчок, фонарь и морского конька. Любопытно. Так, игральная кость, медальон, роза, три доминошки, веер, флаг, карта, волчок, фонарь и морской конек. Ладно, ладно, хорошо, давайте начнем. Так, первая доминошка, вторая доминошка, третья доминошка. Розу вижу, игральная кость, это, наверное, вот это. Да, все правильно. Фонарь здесь у нас и волчок тоже, посмотрите, вон там он спрятался. Так, морской конек, веер, медальон, карта, флаг. Так, флаг, наверное, вот этот. Так, медальон, наверное, что-то вот это вот. Да. Веер, морской конек и карта. Карта. Как выглядит? Карта — это игральная карта или карта — это топографическая, да, то есть географическая. Вот карта, что значит карта? Так, морского конька, допустим, вижу, а вот и веер, кстати. Осталось найти карту. Но если бы понимать, какую карту искать... Может быть, вот эта вот карта, кстати, вот посмотрите вверху, слева за паутиной. Да, отлично, мы с вами нашли флаг замка. Кстати, я знаю, куда этот флаг нам с вами нужно применить, вот сюда. О, я узнаю эту песню. Это «Мелодия огня». Твоя фея крестная пела ее мне, когда я только учился дышать огнем. Сыграй эту песню на флейте. Если хочешь, чтобы я сжег что-то, преграждающее тебе дорогу. Улучшение флейты. Дракон учил нас мелодии огня. Дневник активировался, кстати. Мелодия огня. Если я сыграю на флейте дракона в подходящем месте, дракон спикирует с небес и выдохнет огонь. Эта способность схожа с его способностью поднимать предметы. При использовании флейты в музыкальной точке подходящая мелодия выбирается автоматически. Фея, ее больше нет. Ведьма поплатится за это. Удивительно, но мой гнев даже затмевает печаль. Моя мама где-то близко, я чувствую это, но сначала нужно спасти двух оставшихся фей крестных. Ко мне присоединился Филин, который будет мне помогать. Так, а что, где, как способность применить? У меня вариантов пока что нет. А, кстати, посмотрите, вот здесь вот слева лианы нотками окутаны. Может быть, флейту здесь надо использовать? Поднимет нам эти лианы, что ли? А, он сожжет. Все, я поняла, нам дали новые способности. Мы тут же нашли, куда использовать. Все отлично. Давайте сюда зайдем. Ну, еще одна часть карты. 4 кусочка нам осталось. Нужно сделать заметку об этой карте в своем дневнике. Так, мы оказались, я так понимаю, в лабиринте, да? Карта зеленого лабиринта. Нам нужно дойти вот сюда. Верхний правый угол. Сюда, получается. Что нас там ждет? Вау! Это те же чудовища, что напали на моих фей-крестных. У них должно быть какое-то слабое место. Дымовые твари. При помощи своих дымовых тварей ведьмы распространяют проклятие по всей стране. Они защищают ведьму, как верные сторожевые псы, и сторожат проход туда, куда ведьма не хочет никого пускать.
Но, как у любых существ, у них должны быть слабые места. Может, кинуть в них шар? Заградиться щитом, веревкой связать? Не знаю, что на них применить, но они что-то явно охраняют. Такое, что ведьма нам не хочет показывать. Так, слушайте, а мне что, надо в каждый лабиринт зайти или как? Или не обязательно это условие? Похоже, за тем пламенем что-то есть. А чем мне его погасить? Нечем абсолютно. Ой, надо попробовать подрастить этот побег мандрагоры. Кстати, видимо, придется походить по всему лабиринту. Факелы здесь с горящим огнем не забыть бы. Кажется, в огне что-то есть. А как достать-то его? Никак. Как же мне затушить огонь? Каменная рука кажется довольно хрупкая. Мы можем ее разбить? О, я забыла, у нас же палочку забрали. Ой-ой-ой-ой-ой. Палочки-то нет? Фрагмент портрета. Еще один кусочек нам с вами осталось. Не такие уж путанные эти лабиринты, скажем откровенно. Воу-хоу! 12 из 12, котята, я собрала все фрагменты портрета и могу освободить фею. Что нам это даст, я не знаю. Но сейчас мы узнаем. Пойдемте освобождать вторую фею. Белла, слава звездам, ты цела. Когда ведьма пленила нас, я успела заметить скитающегося по этим землям человека. Я думаю, это мог быть принц. Когда ты пришла в этот мир, твой отец пропал. Злая ведьма наложила на него заклятие, используя аромат проклятой черной розы. Она смогла управлять его телом и разумом и обратила твоего отца против его собственной семьи. Я думаю, что он и тот старик, который скитается по этому краю, один и тот же человек. Твой отец. Я волнуюсь за твоего отца. Чтобы снять с него проклятие ведьмы, нужно мощное исцеляющее заклинание. Его разум сломлен, память потеряна. Другими словами, твой отец может не понимать, кто он такой. Ну или кто ты такая. Я готова тебе помочь, Белла. Моя способность ветра может пригодиться тебе в путешествии. И пусть духи приведут нас к победе. Уху! Порыв! Мы овладели способностью ветра. Ой-ой-ой. Что это? Во второй части это был портал, через который мы перемещались к замку ведьмы. Так, дневник активировался у нас с вами. Не дает мне, да, прочитать, что там. Ваша фиолетовая фея крестная будет вам помогать, направляя на определенные предметы пары ветра. Попробуйте выбрать ее фиолетовую капсулу. Попробовали. А теперь попробуйте применить капсулу к этому пламени. Я так понимаю, фея у нас с вами будет тушить огонь. Слушайте, это круто. Способность ветра. Я могу призвать силу своей фиолетовой феи крестной, используя фиолетовую сферу капсулу. Способность ветра может задуть огонь или решить другие задачи, где требуется сильный порыв ветра. Слушайте, круто. А если мы сейчас с вами затушим все факелы вот здесь вот? Так, не здесь. Так, отлично, мы затушили. Каменная рука кажется довольно хрупкой. А, факел мы затушить-то затушили, но сделать с этим факелом мы ничего не можем, потому что нам нужно чем-то сломать этот факел. А у нас нет с вами волшебной палочки, как мы помним. Фрагмент портрета. Вау, 16 кусочков нам с вами где-то нужно будет найти. Ничего себе. Так,
Фея у нас с вами... Так. Тушит огонь, но она ничего не ломает. Так, подождите-ка. Здесь, по-моему, у нас еще был... Факел. Еще один фрагмент портрета. Это мы уже с вами третью фею, да, освобождаем. А если здесь применить? Это те же чудовища, что напали на моих фикрёстных. Слушайте, посмотрите, фиолетовый шарик горит. Действительно. А если их спугнуть, сдуть? Это же пыльные твари. Вау! Котятки — это тот человек, про которого нам говорили? Это якобы наш отец, принц Адам? Приветствую тебя, юная странница. На наши края обрушилось проклятие, и ситуация кажется безнадежной. Верно? Но надежду терять нельзя. Я расскажу тебе, как справиться с магией старой ведьмы. Темная злая сила содержится в редких черных розах, которых уже почти не осталось. Уверен, что сила черной розы поможет тебе справиться с ведьмой. Мы преодолеем ее могущество, используя черную магию против злых чар. Так можно уравнять шансы. В своем доме за морем я смог вырастить такую черную розу. Возьми эту карту и отдай ее перевозчику. Он доставит тебя туда. Найди способ воспользоваться силой черной розы, но берегись. Темное волшебство может оставить след в твоей душе. Не забывай всегда прислушиваться к своему сердцу, дорогая. Да, мои дорогие котятки, слушайте, очень интересная тема. Уничтожать зло самим же злом. И неважно, каким путем это зло добыто. Но вот, по крайней мере, якобы принц Адам говорит нам о том, что он выращивал черную розу, с помощью которой мы точно сможем попытаться уничтожить ведьму, и дал нам карту. Так, дневник активировался, давайте-ка прочтем. Тарик. Фиолетовая фея крестная рассказала мне, что мой папа бродит под действием гипнотического проклятия, не понимая, кто он такой и кто его окружает. Может ли этот странный старик быть моим отцом? Мне нужно отнести эту карту перевозчику. Быть может, так я найду ответы? Ой, котятки, мы сейчас с вами отправимся за черной розой для того, чтобы что-то сделать против феи. Так, ну давайте, давайте. Раз нам говорят, надо идти к перевозчику, то, соответственно, мы туда с вами и направимся. Так, а где перевозчик-то? А, вот он. Так, давайте отнимем ему карту. Выбери путь. О, у нас с вами появилась новая область. Это побережье. Давайте туда и направимся. Узнаем, что там. Так. Лианы опутали механизм старого подъемника. Так, я так понимаю, здесь надо использовать плейту. Так, дракончик сжег лианы, отлично. Старый подъемник на лианах, похоже, он не работает. Что у нас тут? Длины этого каната из лиан недостаточно, чтобы прикрепить его к корзине. Так, у меня есть веревка из корней. Этот старый подъемник не работает. А что мне нужно сделать, чтобы он заработал? Кашалот какой-то здоровый. Ох, что-то застряло у меня в спине. Ты могла бы мне помочь? А что там у него застряло? Жемчужина. В инвентарь добавлен новый предмет. Ой, что-то я себя неважно чувствую, говорит кашалот. В бутылке что-то есть. Сейчас мне пригодилась бы волшебная палочка. А палочки у меня нет. Так, ну что у нас тут с вами? Пасть активировалась кашалота. Так намного лучше. Спасибо. Пока.
А что у нас это было? У нас вообще, по идее, это должна была быть сцена с поиском предметов. Но почему-то у нас с вами ничего не произошло. Котятки. Просто кит уплыл. Корона принца. В инвентарь добавлен новый предмет. Что мне с ним делать? Жемчужина. Мне нужно чем-то поймать эту рыбу. Она слишком скользкая, чтобы изловить ее голыми руками. Ну, вообще голыми руками рыбу ты не поймаешь. Ой, росточек здесь есть, котятки. У-ху! Еще один фрагмент портрета. Отлично. Так, а что мне делать-то? Что дальше-то мне делать? Тут волшебная палочка, тут рыбу ловить, удочка нужна. Ой, у нас с вами подъемник заработал. Слушайте. В этой жаровне что-то горит. А, фея нам здесь нужна, которая потушит жаровню. Так, а что здесь горит? Горит у нас с вами фрагмент портрета. Отлично. Еще один росток мандрагоры. Так, давайте мы его прорастим. Отлично. Еще один фрагмент портрета. Это должно быть дом того старика. Дверь заперта на какой-то причудливый замок. Здесь коронный стол. Давайте корону засунем. Отлично. Головоломка. Поворачивайте золотую корону так, чтобы круглые элементы на ней совпали с фиолетовыми самоцветами. Зажгите все самоцветы, чтобы открыть дверь. Я не понимаю, что мне нужно, котята. Поворачивайте золотую корону так, чтобы круглые элементы на ней совпали с фиолетовыми самоцветами. Круглые элементы на ней. На короне? А, ну то есть просто можно поворачивать, да, и наугад. А, просто, короче, котятки, вообще головоломка мега простая, просто крутим. Когда положение станет нужным, нас об этом предупредят. Отлично, мы получили вход в дом, но у нас здесь, смотрите, с вами сцена с поиском предметов. Давайте активируем ее. Итак, что мы с вами здесь ищем, мои дорогие котятки? Бриллиант, колокольчик, штопор, гайку, трубку, трость, корону, подсвечник, кольцо и сачок. Да, предметов много, в принципе, как бы они вроде бы как бы в порядке лежат, да, но не знаю, найду ли я все эти предметы здесь, по крайней мере, быстро. Итак, мы ищем бриллиант, колокольчик, штопор, гайку, трубку, трость, корону, подсвечник, кольцо и сачок. Давайте с чего-нибудь начнем. Так, бриллиант. Пока на глаза не попался. Колокольчик, штопор, гайка, трубка. Так, штопор вижу, допустим, вот он. Колокольчик. Колокольчик варианта вообще нет, как может выглядеть. Колокольчик большой, может быть, маленький колокол. Так, это мышка. Ой, трость нашла совершенно неожиданно. Просто нажала наугад куда-то. Так, корона, подсвечник, кольцо, сачок. Так, корону только что где-то видела. Вот прям только что где-то я на нее смотрела. Еще хотела на нее нажать, а вот она. Так, корона. Так, сачок. Я думала, это просто сеть. Нет, это сачок, котятки. Мы с вами ничего не понимаем. Так, подсвечник, может быть, вот этот вот? Да, это подсвечник. Хотя я всю жизнь думала, что подсвечник это нечто, куда вставляется одна свеча. А все, что там две свечи, три, пять, шесть и более, это канделябр. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Если и тройная свеча это тоже подсвечник, то ну, пусть так тому и быть. Так, кстати, вот она трубочка, которую мы с вами ищем. Так, кольцо вот здесь вот наверху, на одной из алебард. Так, бриллиант, колокольчик и гайка. Бриллиант, колокольчик и гайка. Бриллиант, колокольчик и гайка. Давай подсказка используемся, пусть подсказывает. Что это такое? Бриллиант, вот это вот значок пики, то есть, да, карточный знак там есть. Бубей, значок бубей, это был бриллиант. Ну, такое себе, котятки, я бы не догадалась без подсказки. Спасибо подсказке за то, что мне помогла. Так, гайка и колокольчик. Вот это, может, колокольчик? Нет, это голова обезьянки. О, я нашла гайку, опять же. Просто случайно нажав на какой-то, ну, на какую-то картинку, на... Ах, колокольчик, кстати, вот он. Отлично. И мы с вами получили рыболовную сеть. Давайте теперь этой рыболовной сетью мы поймаем рыбу.
Золотая рыбка в инвентарь добавит новый предмет. Золотая рыбка. Что мне делать? Золотая рыбка. Не, все-таки, видимо, придется нам вернуться в домик нашего отца. Ну, как будто бы, да? Этот кузнечный верстак может мне пригодиться. Должно быть, здесь мой отец ковал оружие и инструменты. Так, ладно, окей, запомним. Этим старинным доспехам не хватает пары деталей. Так, слушайте, щит, наверное, сюда, да? И шар кистеня. А, вот что такое шар кистеня. Это шар от булавы или палицы. Захват. В инвентарь добавлю новый предмет захват. Что мы, интересно, будем делать этим захватом? Так, это у нас что такое? Если разжечь камин, можно переплавить этот хлам и выковать что-то полезное. Какой хлам? Что полезное? Так, что еще нужно? Черная роза, котятки! Редкая черная роза. Она крепко сидит в земле. Мне нужно что-то, чтобы срезать стебель. Она вообще растет в цементе, можно сказать. Кукуруза. В инвентарь добавлю новый предмет. Кукуруза. Золотая рыбка, жемчужина. Для чего вообще нам все это надо, котята? Ой, корочки! Посмотрите. У этого странного механизма не хватает захвата. А у меня есть захват. Головоломка. При помощи захвата перетащите 3 яйца в корзину. Перемещайте захват влево и вправо зеленым и красным рычагом. И используйте желтый рычаг, чтобы отпустить захват. Мы с вами должны собрать 3 яичишка. Вот они, посмотрите, 3 яичишка. 1, 2, 3, видите, сверху дырочки. И вот в эти дырочки мы должны с вами опускать захват. И после того, как схватили яичишко, мы должны с вами его опустить в корзинку. Слушайте, прикольно, вот чего-чего, я такого, по-моему, сколько я маленьких игр не прошла, такого я не видела, это круто. Почему всего 3 яйца, почему, вот, например, не 5, не 7, да? Мне было бы интересно вот этим позаниматься, честное слово. Вот лучше я буду яичишки доставать из клеток, да, забирать у этих несушек, чем, например, угадывать мелодию голов. Вот честно, это забавнее, мне кажется. В инвентарь добавлю новый предмет. Яйца. А что мне с ним делать? Здесь отец ковал оружие, инструменты. Там роза у нас. Здесь что-то мы должны сделать. Рыба, жемчужина, кукуруза, яйца. Мне что делать со всем этим? Вау, посмотрите, у нас активировалась труба, дымоход. Зачем? Ну-ка. Давайте посмотрим. Дракончик нам каким-то образом помочь должен. Что-то сделать. Так, и что он сделал? Зажег очаг. Тупой секатор. Инвентарь добавлен. А, все, я поняла. Оказывается, в этой жаровне у нас с вами торчал тупой секатор. Мы сейчас его с вами заточим. Точнее, подправим. Похоже, секатор готов. Теперь с помощью этого секатора мы с вами срежем черную розу. И вуаля! Черная роза наша. А что дальше? А что дальше нам делать с черной розой? Мы с помощью этой черной розы должны каким-то образом снять заклятие. Спасибо. А что нам делать-то? Выбери путь, да? Давайте в замок и вернемся. Так, тут мы уже ничего сделать не сможем. Здесь тоже, да? Ничего делать не сможем. Так, в лабиринте мы с вами уже были. Может, к этому старику надо отнести... Черную розу нам подскажет, что делать. Опс, а старика-то уже и нет. А что мне так делать? Куда мне дальше-то с этой черной розой? Ничего надо с ней делать. В замок, что ли, нам нужно с вами будет идти? Так, ну что вам могу сказать, дорогие мои котятки? Мы с вами переместились в замок самой ведьмы.
И, видимо, все остальные приключения нас с вами будут ждать уже именно здесь. Поэтому давайте, мои дорогие котятки, предлагаю на этом видео данное завершить и продолжить прохождение уже замка ведьмы в следующем видео. Ну, как бы опять же, да, не забываем, то я стараюсь все-таки бить его на осколки, да, ну, привязанном к какому-то там событию, чему-то еще. Вторую ведьму мы здесь освободили, лишились палочки. Сейчас должны мы каким-то образом бороться с этой ведьмой, проходить игру дальше. Поэтому давайте мы все это прохождение оставим на следующий раз. Поэтому, мои дорогие котятки, обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор еще этого не сделали. И нажимайте на значок колокольчика, чтобы не пропускать видео, когда они выходят на моем канале. Также ставьте мне лайки, пишите мне комментарии. Мне будет очень и очень приятно. А я с вами со всеми на этом прощаюсь. До новых встреч. Как всегда, рекомендую вам смотреть только полезные и качественные видео. И всем пока-пока. Всем мяу.